Это Брюс! Эй! Не надо! Стойте, Брюс! Стойте! Не входите, Брюс! Вы меня обокрали! Бросили там, негодяи! Я увижу этот дом, и ничто меня не остановит! Брюс! Помогите! Брюс! Я списывал экзамены! Бабуля, слышишь, бабуля? Я знаю, мы скоро увидимся! Я слишком стар, чтобы умирать! Это не... Как вышло, что этот почтенный джентльмен ехал в кресле по шоссе? Он любит это делать. Кресле, да. Такая причуда. Не люблю я кресло. Ладно, мы пока это опустим. Ему сейчас нужен отдых. Да. Больше без экстрима, а то исход может быть фатальным. Еще он сказал, что живет один, так что мы его на ночь оставим. Да, пусть под капельницей полежит. Так спокойнее будет. О, нет, смотрите туда. Нет. О, господи. Да. Не бросайте меня. Мы вас не бросим. Спокойно. Мы решили забрать его домой.